скажите, пожалуйста, но для вас эта погода достаточно привычная, но все-таки и погода, и живой звук. Как вы себя чувствовали на сцене? Отлично, просто здорово. Как шпрота в масле. Как поживают ваши замечательные питомцы? Ждут домой, когда я приду. На самом деле, вы знаете, влага, не жара. Это всегда хорошо для здоровья, хорошо для кожи. Так что... А вы какое лето любите? Латвийское жарко или вот такое привычное? А завтра будет уже жарко. Это вам кто сказал? Это я знаю. Так будет. Вот, скажите, пожалуйста, что вы ждете как член жюри от этого конкурса? Молодых талантов. Больше желать нечего. Хочется, чтобы было не скучно смотреть, чтобы можно было восторгаться кем-то. Ну, а последний из конкурсантов, вот кто вызвал у вас восторг по времени, по новому? Наверное, Джамала. Как вы думаете, возможно появление такой яркой звезды? Потому что говорят, что конкурс становится мельче немножко, может быть, нет? Нет, я так не считаю. Каждый раз другой. Вы не знаете, в какой раз будет самый сильный. В этом и как раз интерес. Скажите, у вас не было желания стать сопредседателем конкурса, как мистера маэстро Паулса? Я не понимаю, для чего мне занимать место Раймонда. Я надеюсь, он вернется.